подружки. Можно подумать, Нью-Йорку не хватало праздничной лихорадки. Новость дня. На нас ползет тропический шторм-ураган. Ну да, прямо как в том фильме про корабль, потопленный бурей. Упс, спойлер. В общем, сейчас самое время жертвовать приютом. Ведь если придет буря, многим понадобится помощь. До встречи и не забывайте проверять свой кредитный рейтинг. Вам положен один бесплатный отчет в год. Тратьте с умом. Пока. Соседи сообщают о незаконной торговле оружием неподалеку. Бинго! Когда мы взяли приз научного центра, Фина сильно увлеклась исследованием космоса. Придумала вот этот лунный транспорт. Это Человек-паук! Бросайте товар! Извините, люди-пауки не одобряют незаконную продажу оружия. Я об этом очень пожалею! Пора умирать, паук! Подделка! Так его! Сам напросился! Раздавлю гада! И пусть это будет вам уроком! Короче, не делайте так больше, хорошо? Что это подпольщики тут делают? Парни, здесь мелкий Человек-паук! Человек-паук пришел на нашу мячик! Эй, я не виноват, пальцем само все липнет. Это был последний. Спасибо за апгрейд, подполье.
мной! Честь беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Roxxon Energy. Мистер Кригер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших нуформовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру в нуформ. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу — это честь и радость для меня. Ну, что ж, я польщен. И да, вы правы. Не все верят в прогресс. Фина увидела настольный теннис на Олимпиаде и за неделю добилась невероятного мастерства. Подкрутки она делала нереальные. Могла отправить шарик вообще куда угодно. Ловкая как чертик. Хватит меня на сегодня любви к героям. Увидимся. Дай пять! Я сваливаю. Вы это видели? Приставай кому-нибудь другому. Если бы не нужно было общаться с моей мамой... Там под поле свой знак на рекламный щит вывел. Ты бы разобрался. Найду источник сигнала, отслеживаю сигнал. Есть! Ну, рекламу действительно стоит менять почаще. Но не на эмблему же подполья! Вот и они. Вы уверены, что так внимание СМИ привлечете? Скорее мое! Дружелюбный сосед Человек-паук 1, рекламная служба подполья 0! Кот потерялся, да? Ладно, ладно, я все понимаю. Это дело для меня. А?
Проблема с котом? Да. Вектор — это мой кот. Выбежал, пока я ходил за почтой. Вот, его любимый рюкзак. Если найдешь его, он заползет туда. Что за фишка с котами и рюкзаками? А есть у вас что-то с его запахом? А это его любимая игрушка. Мило. Просканируем. Ага, есть след. Держитесь, Вектор возвращается. Эй, парень, не вешай нос. Распродажи после... Я снял. На тех школьных автобусах. Шустрый малыш. Это что ли... Да, дохлая крыса. 1-0 в пользу Вектора, но я на верном пути. Ушел под автобус. О! След ведет вниз. Ты ведь не против? Эй, человек-паук, спать, блин, надо было на метро ехать. Эй, помощь. Человек-паук, праздников сюда. Канализация. Нет уж, спасибо. Пойду поверху. В канализации наверняка теплее. Его не больше. С праздником, Человек-паук. Здесь он не выходил. Счастливой Хануки! Нет. Здесь Вектор не выходил. Пожалуйста, Вектор, не заставляй меня туда лезть. Эй, Человек-паук, с праздничком! Здорово, что ты здесь, грубиян! Шикарно смотришься! Улыбнись! Праздником, Человек-паук! Ого! След идет вверх. Вот здесь он и вылез. В канализацию можно не лезть. Я потом костюм не отстирал. Шалом! Вектор Вектора ведет к пожарному выходу. Классно прыгаешь, кот! Ошейник Вектора. Еще теплый. Почти на месте. Бесстрашный котик. Уважаю. Ушел под вентиляцию. Придется поползать. Вектор! Держись, дружище! Я иду! Нашел! Вектор! Теперь ты действительно пахнешь Нью-Йорком. Ух! Пора домой. О, шикарно выглядит! Осторожней! Вот. Спасибо. Ну и запах. Все, Вектор, быть тебе полностью мытым. Хороший котик. Пошли домой. Вонючий, но очень классный. Привет, паучок. Привет, чувак. Круто, что ты пользуешься приложением. Оно уже пошло в народ. Я не удивлен, чувак. Ты молоток. Просто браво. Хватит уже бездельца. Чё, как, чувак? Привет, друзья.
друзья, у нас новости. Стало известно, что филиал Пира в Гарлеме закрывается. Подробностей мало, но говорят, что виноват сильный потоп в здании. Если у вас есть лишние деньги, время, одеяло или продукты, пожертвуйте на помощь тем, кто остался без крова. Совет дня. Выстилайте мусорное ведро бумагой, она впитывает вылившуюся жидкость. Рекомендую использовать книжки 3J. Ну, пока! Что эти подпольщики тут исключительно с мирными и законными намерениями. Дани. Запрос из приложения. Кто-то грабит киоск с пожертвованиями. Что там, так много жертвователей вам сразу? Вам стыдно? Грабить вот так? Брось! Я вам не дам забрать эти деньги! Ну что, пацан, поиграем! Кончик урода вроде тебе, я валю пачками! Со мной так не выйду! Человек-паук – защитник подарков. Ну или что-то менее банальное. Кто-то хочет со мной сфотографироваться? Круто! Вот кто хочет фото со мной! 8 ночей подарок. Мой любимый праздник. Человек-паук, привет! Знаю, что ты занят, но можно с тобой селфи сделать. Боже мой, спасибо! Встань вот тут. Здорово, спасибо!
Спасибо, паук. Впервые вижу, чтобы труба так рванула. Спасибо за оперативную помощь. Ребята говорят, у тебя приложение есть? Я в этом профан, но ради тебя установлю. Обожаю ваше шоу. О, спасибо. Итак, расскажите, чем вы лучше нынешнего советника от вашего округа? В отличие от своего оппонента, я живу в этом районе и хорошо знаю его жителей. Я хочу, чтобы Гарлем был ярким и безопасным, как во времена моего детства. Роксан Плаза была выстроена в согласии действующих властей. Одно это подрывает все доверие к ним. Да, согласна. Другой вопрос. Вы школьная учительница. Зачем вы пошли в политику? Все дело в том, что я люблю свой дом и никому его не отдам. Во время нападения Мартина Ли на ратушу мой муж погиб, спасая людей. В память о нем я буду сражаться за своих друзей и соседей так, как умею. Удачи на выборах и спасибо за интервью. Данифаны, в течение следующего часа мисс Моралес отвечает на ваши вопросы в моем блоге. До встречи и помните, регулярные дыхательные упражнения полезны для ваших мозгов. Ну пока! Он был лузер, а я нет! Я взял его на мушку! Спокойной ночи, паучок! Попался! Ну же, парни! Нельзя слить какому-то ряженому! Будет больно! Фина любила такие планшеты. Говорила, они ей напоминали, мол, то, что на поверхности, и то, что внутри, очень разные вещи. Thank you.
подполья. Плохие методы, но хорошая техника. Сообщают о погоне за угонщиками. Я думаю, она в этой трубе. Когда мы ее прятали, дул жуткий ветер. Меня чуть вниз не сдуло. Готово. Фина дополнила свои плавательные очки сонаром и дисплеем. Она не любила никому проигрывать. Особенно мне. Полиция Нью-Йорка, остановитесь! Так, ну тут точно превышение скорости! Нам разрешено применять силу! Стреляйте так же плохо, как вы будете! Вызываем подмогу! Вечно убегать вы не сможете! Это Человек-паук! Остановите машину, пока никто не пострадал! Сними его с крыши! Новый Человек-паук, вот вам так сильно нужна эта машина? Даже получить за нее не боитесь? Я тебя разобью! Всех ему не перебить! В этой машине. Ну все, я свое дело сделал. Привет, дорогой. Как дела? А, да, я просто, пошел побегать. Опять? Майлз, ты очень много работал. Выдели время на отдых. Да. Я зависаю с Ганки, свожу музыку. Постоянно занимаешься, часами упражняешься. Я не буду говорить тебе, что делать, но волноваться буду, сынок. Если я почувствую усталость, то обязательно поговорю с тобой, ладно? Ты пообещал. Люблю тебя. Пока. Пока, мам. Люблю тебя.
Города сразу же после побега. Машина Пиро в беде. Нельзя, чтобы бедняки голодали. Машину из сугроба, она никуда не доедет. О, спасибо, друг. Я развожу праздничные обеды, но машину занесло снегом. А ведь эту еду ждут люди. Можешь помочь? Думаю, да. Сейчас попробую вас вытащить. Тут поможет паутик, как говорит другой паук. И в снег, и в град. Ты крут, чувак. Получилось? Спасибо науке в физике. Вот черт, аккумулятор разрядился от холода. Мне кажется, я и с этим могу помочь. Сейчас я вам прикурю. Все, можно заводить! Ты просто спаситель. Все, я погнал. Люди заждались. Эта еда сегодня порадует многих обездоленных. Ой, он список адресов забыл. Даже он без них. Как быстро едет!
пусть это будет вам уроком! Короче, не делайте так больше, хорошо? Эй, парень, не вешай нос. Даника права. Насчет моста ты не права. Дядя Аарон, как дела? Привет. Ты мяч бросать не разучился? Последний раз мы играли в Нью-Джерси. Не забросил баскетбол? Я играю в школе. Но приходится быть осторожным с паучьими штуками. Да ты наверняка забыл все, чему я тебя учил. Равновесие, стойка, прыжок и проход. Ты что, забыл о моих новых способностях? Я тебя уделаю на площадке. Ого, хочешь поспорить? Ну давай, старик. Ха-ха. Надеюсь, ты не только языком научился болтать. Я принимаю твой вызов. Роксан, что теперь? Спрятали капсулу в одной из этих труб, но не помню в какой. Отлично! Как-то летом мы зафанатели по космическим путешествиям и стали замораживать нашу любимую еду. С бубликом с начинкой из бекона, яиц и сыра вышел облом. А вот мороженое из фасоли вышло неплохо. Дорогу Человеку-пауку! Взлом с проникновением поблизости. Отметил на карте. Кажется, эти парни вышивают к двери. Человек! Я тебя застёк! Ну, держи! Пацан!
Сам напросился! И чтобы больше никуда не вламывались, ясно? О, да, неплохо прозвучало. Это последний. Эй, Ганки, мне надо кое в чем признаться. Укусил паук, и теперь у тебя суперсилы? Нет, то есть да, но пока ты спал, я немного поиграл в спид-нанагон. Версию, которую я присылал, или... На твоем ноутбуке. Чел, она же не готова! Там полный бардак! Это круто! Эти разворачивающиеся додекаэдры просто чума. Дошел до третьего уровня? Ага. А что, я побил твой рекорд? Нет, этого не может быть. Я удалил этот уровень, потому что он ломал всю игру. Оу. Нужно кое-что потестить. Пока. Больно, наверное! Покажи, что ты умеешь! Иди сюда! Будешь знать, как донимать людей. Спасибо. Если бы не ты. Хорошо, что обошлось. Эверест. Мы так радовались, когда наконец добирались до вершины. Здорово! Мы всегда гадали, из чего же сделан молот Тора. Придумывали свои воображаемые элементы, чтобы это объяснить. Ты не особенно удавались названия.
с тобой грабители напали на грузовик пира. Это важнее, чем подполье. Водитель Кира один не справится. Надо спешить. Осторожно! У них подмога! Все в порядке. Могу добавить! Я в порядке. Спасибо, парень. Иди по своим геройским делам. Выпутывать людей из пути. Обожаю. До меня дошли омерзительные новости. Человек-паук окончательно опустился. Он дошел до того, что теперь крадет игрушки у детей. Что может быть хуже? А я вам скажу, друзья мои. Знаете, что именно он украл? Он украл игрушечных людей-пауков. Он не только обкрадывает детей, но и заставляет играть в игрушки, которые им наверняка не нравятся. Таков мерзавец, таков наглец. Но не бойтесь, я запускаю в производство игрушечных Джей Джона Джеймсонов. Передо мной как раз лежит опытный образец. И должен вам сказать, смотрится он просто отлично. О-хо-хо, вот это настоящий герой. Ни один уважающий себе ребенок, то что это я, не только ребенок, не откажется от такого шедевра. Кстати, Джаред, закажи 10 штук для меня и 10 для моей жены. Ну и себе одну. Вычти из своей зарплаты. Не благодари. Интересно, откуда у них материалы? Впрочем, лучше не знать. Приказ задержать человека-паука!
выполняем приказ! Захватить паука! Стоп! Эй! Что за дела? Громилы разгромлены! Легкотня! В восьмом классе у нас была экскурсия по Оскорб. Пина была настроена скептически. Говорила, однажды они уничтожат Нью-Йорк. С дыханием дьявола почти так и вышло. Капсула там, под деревом. Я тайком пробирался сюда, чтобы смотреть на звезды. Я их и не видел до блэкаута 16-го года, а потом... Фина вечно читала книжки, причем по несколько сразу. Даже мои таскала, когда я не видел. Говорила, что это развивает мозг. Ух ты, сколько! Контроль качества. Уверен, все это оружие совершенно законно. Но надо проверить. Да! Пусть это будет вам уроком! Короче, не делайте так больше, хорошо? Я чуть штаны не наложил. Нам так нравился этот музей. Мы пристроили капсулу так, чтобы она смотрелась как элемент здания. О, футбольная лига. Я один раз сказал Фине, что люблю футбол. И она совершила невозможное, стащив эту штуку с выставочного матча. Ради друзей она готова на все. Запрос из приложения. Кто-то грабит киоск с пожертвованиями. Ни за что! Это для нужд... Сюрприз! Человек-паук! Сказайте все! Валите его! Yeah!
Человек-паук спасает праздник. Не знаю, как и благодарить. Рад был помочь. Знаю, что с этим делать. Перепугался, когда мы прятали капсулу времени в этой пещере. Мне до сих пор тут страшновато. Мама сделала этот соус пике на день рождения Фины. Бабушкин рецепт, наверное. Фина лила его на все подряд. Говорила, если не жжет, значит, мало положили. Держу на прицеле! У тебя нет шансов, парень!
готово. Перестрелка остановлена. Город в безопасности. Дали на экскурсии по выставке группы дизайнеров Ваканды. Фина увидела разную технику и как закричит: «Хочу быть инженером!» И вот результат. Скоростная погоня. Ты бы накрыл этих угонщиков. Слушай, я рассказывал тебе про капсулы времени, которые мы с Финой раньше прятали. Короче, я их все нашел. Столько воспоминаний нахлынуло. О, в них было смутное предзнаменование настоящего? Нет, напомнили, каким простым нам тогда казался мир. У Фины будущее всегда было так распланировано. Справиться с глобальным потеплением, искоренить голод, найти лекарство от рака, а на закуску еще и внеземную жизнь. Но вряд ли ты мог спланировать укус генетически модифицированного паука. Да уж, жизнь внесла свои коррективы для нас обоих. Thank you.
Чтобы это пристроить. На Кванзу, мама. Ну вот. С праздником! Кто-то глушит каналы связи экстренных служб. Надо разобраться. Человек-паук, слава богу. Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет. А если не потушить пожар, огонь перекинется на соседние здания. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Мне нравится... Чем быстрее я найду источник, тем скорее приедут пожарные. Паутину такой огонь не погасить. Источник радиопомех совсем рядом. Огонь отлично взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит, только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего! Нет питания. Надо зарядить генератор. Сигнал по-прежнему откуда-то глушится. Видимо, есть еще группа мошенников. Мистер Фельдшер! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарными. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко.
Стой. Сигнал становится сильнее. А, что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. Стрельба! Везучий пацан! Я тебя! Теперь осталось врубить питание. Ну вот, кажется, порядок. Надо вернуться и удостовериться, что связь в порядке. Эй, ну как теперь связь? Сигнал громкий и четкий. Уже связался с диспетчером. Пожарные машины на подходе. Пожарные как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите. Чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, Человек-паук. Север закрыт. Беда. В такой холод людям нельзя оставаться на улице. Нет, у меня брат механик. Проведать приют Пир без паучьего костюма. Привет, Ганки. Я хочу пообщаться с Глорией про приют, но не как Человек-паук. Под прикрытием, сняв прикрытие. Очень круто. Привет, Глория! Что происходит? Почему все на улице? Трубу прорвало. Мы все убрали, но город не даст нам открыться, пока не починим канализацию. Мы уже 3 раза ее чинили, а она все ломается. Отправить людей в другие приюты Пира? Все приюты забиты. Этим людям некуда больше пойти. Мы пытаемся обогреть и накормить людей, но в такую погоду... Я могу чем-то помочь? Вообще, да. Можешь поговорить с людьми, что устроились в парке? С администрацией они не всегда откровенны. С радостью. А потом отдыхай. Ты слишком много работаешь.
Да, да. Надо выяснить, что случилось с водой. Может, кто-нибудь тут в курсе? Приятно, когда есть теплое жилище, куда можно вернуться. Понимаю. Я подержу. Спасибо тебе. Я Стеф, подруга Глори. Помогаю приюту. Ну, тому, что от него осталось. Да. Глория сказала, город не дает открыться. Они были необычно настойчивы, явились меньше, чем через час после потопа, и сразу закрыли приют. Хотя, может, у меня просто паранойя разыгралась. Ну, это странно. Слушай, спасибо тебе за помощь. Да, подозрительно. Говорить с людьми полезно. Попробую им помочь. Еда. Тяжелая еда. Сейчас. Я помогу. Спасибо, друг. Я от влаги уберечь пытаюсь. Еще до этого потопа я боялся, что нас ограбят. Даже нож купил. И почему вы так думали? Тут были ребята, явно присматривались. Я их прогнал, но они вернулись, а аккурат перед потопом исчезли. В общем, если что нужно, обращайтесь. И поосторожнее с ножом. Ладно, спасибо. А почему переехал? Рассказывал мне, что за нами следит. Потоп? Трубы старые, ржа... Здравствуйте. Вы обсуждаете городские власти, да? Ага. Где-то с месяц назад в приюте поставили новый бойлер. Приходил инспектор, сказал, у нас все в порядке. А потом прорвало. Да, он бы должен был заметить. Мне пора. Не замерзнете? Ты тоже. Эй, ты не занят? Работаю над спидно-нагоном. Что узнал? Кто-то осматривал пир перед самым потопом. Городские власти как-то слишком быстро приказали закрыть здание. А совсем недавно инспектор проверял трубы и сказал, что все в порядке. Кто-то их сломал? Однозначно. Мне надо переодеться. Как-то жила в другом их приюте. Нужно переодеться. Глория сказала, что здание откроют, когда починят трубы. Посмотрим, смогу ли я помочь. Идет в ливневку. Забито мусором. Понятно, почему прорвало. Я убрал мусор, но воды, мне кажется, нет. О, я знаю, как починить. Найди насосную станцию. А ты откуда знаешь? В четвертом классе делал работу про очистку рек. И теперь они кристально чистые? Ну, уже чище. Но в Гудзоне не купаться. Ганги. Это те самые парни, что были на подстанции. Так, одно дело ограбление банка. Но зачем им приют? Давай выясним. Он снова займется защитой бизнеса. Когда устоится, то конечно. Но сначала... Алло! У нас проблема нарисовалась! Парни, осторожней! Тут Человек-паук! Выходи и дерись, как паук!
сюда пришел, Балд? Тормозишь, малявка! Теперь включай насос. Эй, защитник экологии, давление в трубе повысилось. Похоже, они закрутили вентили. Тебе придется открыть каждый из них перед запуском насоса. Ты их слышал? Их босс хочет возглавить преступность Гарлема. Наркота, крышевание. И почему некоторым недостаточно музеев и кафешек для хорошей жизни? Не паучий вопрос. Миссис Майер задала нам Джейн Эйр. Ты уже начал? Я пока вообще ничего из домашки не делал. Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы и... Ща, погоди. За... мусором. Супер. Один вентиль готов, осталось два. Я снова здесь. Мы говорили про задание на зимние каникулы. Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. Подожди, я нашел вентиль. Здесь датчик давления. Похоже, вентиль старый. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Заклею паутиной. Надо, чтобы давление воды было прямо в центре, иначе трубу снова прорвет. Подожду, пока не спадет. Залеплю паутиной. Это второй. Еще один, и можно пускать воду. Прости, так что там насчет книжек? Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. Не отпускай. Ты что там, с книжкой сидишь? Я думал, ты мне помогаешь. А, ну да, я здесь с тобой. Совершенно не отвлекаюсь. Сейчас я только главу дочитаю. 5 минут. Чувак! Эй, парни! Скажите, кто ваш начальник? Нет? Ну ладно! Это не твое дело, Гарри! Это закрытый бизнес-проект! Так что иди отсюда! Того, на кого мы работаем, лучше не злить! Получай, сопля! Он растворился в воздухе! Это как? Ну вот почему не надо нападать на приюты! Я из тебя дымную сделаю! Уходите из Гарлема, и я вас не трону, наверное. Смотри, какая у меня игрушка! Еще не поздно сбежать. Теперь займусь вентилем. Вроде порядок. Теперь включить воду на насосной станции. Ганке, можешь позвонить в мэрию? Пусть пришлют кого-нибудь в Пирсейвер и откроют его заново. Ладно, ладно, понял. Сейчас им позвонит школьник, изображающий солидного джентльмена. Бандюки приперлись. Лучше от них избавиться.
А ты хоть раз навещал босса? Говорите уже, кто ваш босс! Хотя бы где он? Мне надо с ним поговорить. Ха, парень, ты хочешь пробраться на плот и сразиться с ним? Ну, удачи! Гасите его! Слушай, я тут выяснил, их босс сейчас на плоту. Фига себе. Значит, можно попробовать как-то обрезать ему связь с городом. Я подумаю, как это провернуть. Теперь надо включить воду. И да будет... вода. Ты вовремя. Инспектор как раз явился в приют. Скоро снова откроют. Круто. Сгоняю туда, проверю, не нужна ли Глории помощь. Итак, причины, по которым кто-то мог решить закрыть пир. Первая – недвижимость там очень дорогая. Вторая – наличие приюта в Гарлеме снижает преступность. Сил. А если это преступный главарь, то без преступников он никуда. Точняк. Но мы ему помешали. Ура! Какой нынче редкость. Привет! О, Человек-паук, привет! Всегда рада видеть любого из вас. Ну, в общем, я чинил водопровод и заметил, что затронут и ваш приют. Но теперь все в порядке. Это был ты? Инспектор приходил, сказал, что мы можем открываться. Можно всех пускать. О, Человек-паук, ты очень вовремя. Не знаю, сколько бы мы еще продержались. Спасибо. Привет, Глория. Это Майлз. Говорят, пир Север снова открыт. Нам в этом Человек-паук помог. Представляешь? Спасибо, что зашел. Люди в парке сказали, ты нас очень выручил. Всегда рад. А ты отдыхай, у тебя ж каникулы. Увидимся, как занятия начнутся. Ладно. Пока. Пир Север открылся благодаря нам. Команде мечты. Ха, всегда на страже. Я отслежу, как их главарь общается с городом с плота. Отрежем ему канал связи и победа. Точно. А я гляну в приложение. Спасибо, бро.